кидать легко. Вот Сергей на какой огромной машине приехал. Сейчас дрова грузить будут в Барнаул. А я поехал за справкой. Справку ему дать, что помогает он бесплатно и проще. Тут пока обойдутся. Ну и вот все. Это у нас сегодня получается где-то 16 августа. Эти борта повышают. Августа 2021 года. Понял, потом. Хорошо. Вот сделался. Вот я какую бумагу мы выписали, чтобы она его охраняла в пути. На бланке. Ну что-то я не могу все прочитать. Общественная организация зарегистрирована управлением юстиции администрации Алтайского края номер 622. Декабрь 1995 года. 658-551 Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. Деревенская община поселка Потеряевка. Поселок Потеряевка 17 августа 2021 года. Справка дана. Шадрин Сергей Владимирович в том, что он безвозмездно помогает обслуге детского православного лагеря «Сана» в поселке Потеряевка Мамонтовского района в детставке дров. Пункт загрузки Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. Пункт разгрузки город Барнаул, улица Познова, дом 6. Автомобиль «Скания». Государственный знак номер К-157-МЕ-54. Прицеп. Госномерной знак НМ-47-12-54. Владелец автотранспорта и водитель Шадрин С.В. Староста поселка Потеряевка Барабаш Игорь Анна Александрович. И печать. Ну все. Я думаю, что этой справкой можно отбиться, если кто-то будет приставать к нам. Вот какая чудесная справочка. Посчитай-ка, глянь. Ой, я не пошла, уж тороплюсь. Вот так. Посмотри-ка, просчитай. Ага. Ну. Просчитай. Да все вижу, вижу. Доволен будешь? Хороший, правильный? Ну. Да. Да все, там расписать еще надо будет. Ну и слава богу, что обошлось. Мама его была, Нина Васильевна Шадрина. Никита, у нас этот холодильник заваливаем или что? Все, что сказать. Только радоваться надо. Господь это сделал так. Это у нас со скворечника берут, а все вот. Дрова. Ну, он, видишь, много уже загрузил, хотя машина и огромная. Но нам уже меньше половины достается. Вот так. А тут шарик. А тут Максим. Ну, поиграй с ним. Он смотрит-то как. Ну, погладь его. Ну, глянь. Он же привык к тебе. Пощупай его вокруг голыми руками. Если клещи где? Клещи бывают. Не клещи, а клещи. О, вот это если все погрузить бы туда, это было бы здорово, конечно. О. Ну, теперь еще грузить, понятно, довести туда сообщим. Вот так загрузка идет наша дров. Нет, он мне сказал, что он прокосил там несколько метров, 11-10 метров осталось. Он поехал куда? Ну, сейчас подъедет поближе. Осталась одна пирамида от дров. Скорее уберите эти дрова, Никита! Из-под ног дрова эти откиньте. Вот. Думаю, еще бульдозер нанимать. Не, там только сюда проедет. Ну еще, наверное, хватит, Володя. Пирамида-то рядом.
Куда гоните-то? Никита, пирамида-то намного дальше. Зачем ее подогнали? Впереди еще место есть. Ну ладно. Стой. Все. Старый да малый у нас тут отдыхают. Молитесь хорошо. Вы помолитесь с ней, с бабой? Она знает, как молиться? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, благослови на труд. Чай молиться. Понял? Хозяин машины. Благослови на труд. Чтобы благословил, чтобы с собаками возиться, говорит, легче, чем с людьми. Это мы все еще грузим. Сколько всякого своего. Машина-то хороша. 5 осей. 5. Все, последнюю пирамиду разбирают. Нам вот это вот остается. Шушваль вся. Я говорю, справку дали такой, она дороже всего нашего груза. Никто не поверит, что везут куда-то далеко. Скажут, на свалку везут, двор очищают. Вполне всего так. Хорошее дело это, когда свои. Вот, говорит, община. Община за столом. Священное Писание изучают, идут на проповедь. По одному мановению Павла слушались. А сегодня что? Хорошо накормили, гости приехали. Ну и довольные, что богаты были. Ты мой стул такой где-то еще найди, который стоит ноль. Ноль, ну и выброшенный. Я дальше его привязал и кресло сделал. Вся моя обстановка не стоит ни одного рубля. И одежда. Рубашку решил починить, а жена говорит, да ей, говорит, уже 30 лет. Она вся расползлась. Володя, вот это не надо? Нет, нет. Я помогал, а потом взял и отошел. Володя успевает положить, чтобы сюда не зашло у него свое место. Говорит, кое свои вещи-то некуда будет. Приятный понедельник. А завтра в город поедет. Живет в Новосибирске. А мы в Алтайский край. Дальнобойщик. Не пьет, не курит. Для хозяина была это находка. А теперь у него своя машина. И дочерей повыдал замуж. Сына женил. Это старообрядец. А мы-то православные новообрядцы. Его кидает Сергея прямо. Пирамиду разбирает мою. Сюда кидай прямо до самого этого. Холодильника? Да, по борт прямо. Ну, чтобы через борт не сыпались просто. Велосипед, тут я, моя усадьба, как бы сказать. Тарелина, башня, летняя резиденция Игнатия Начальника, трехэтажная. Тут землянка, вот где-то лабаз,
Дальше тут не видать уже за этим кустом цистамес. А дальше он только кромка за машиной видать, лагерь бывший. А мы обслуга лагеря. И поэтому люди помогают. А мы лагерь в новом формате, по домам. Вот как оно идет. На лавочке сидят. Как они прекрасно сидят. Но да память какая будет. Это снохи нашей мамы. Шадрина Надежда Васильевна. Вот, Антоненко. Людмила Ивановна. Ну, это Максим Романович. Как фамилия-то? Емельянов. Как? Емельянов. Емельянов, правильно. Есть такой, Емеля был, на печи ездил. Печь ходящая была. Сказка, помнишь, Емеля-то, дурачок? И он как щуха у него заговорила и прочее. Ну что скажи, была и красота, это все естественно. Естественно, человек стареет, благодарит Бога за правильно прожитую жизнь, неправильно. Больше 80 лет. Да, еще спрашивать. Обоим тебе 80 с чем? 4. А тебе 82, ты со мной ровесница. Мне 82. Вот я все снимаю. Покажу сейчас. Как. Самого себя. Я это вот солдатской пилотки вывернутая. И получается все как надо. Не, выше не кидайте, парни, они потом через края уже по дороге начнут падать. Дорогу. Можно беды наделать-то? Ну, молодцы, ребята. Добирайте. Самые хорошие дрова забирайте. Поленья с манту. Может, залезьте, подровняйте немножко. А можно продернуть маленький. Так, а его вещи. Так, осторожно, он может дернуть вперед. Вот уже заднюю часть. Ну, тут оставляет пространство для себя. Завтра только ночью приедет Барнаул. Тут еще два села заезжают своим. У каждого какие-то вещи. Так, если надо еще грузить, разрешается, то вперед можно дернуть. Ребята подошли напиться. Вода хорошая, холодная. Считается в нашем колодце лучшая вода самая в Потеряевке. Почему? Не знаю. Мы молились. Все благодарны Богу. Молились. И Павел тут помогал, брат. Поднимал эти кольца. Вот здесь они метровые, а дальше, где вода, там полтора метра в диаметре. А чтобы не провалились эти, там промежуточно такая вылитая плита с метровым отверстием. Это он все делал, труженик. Ну вот это зеленое сгубило все. О как. Пока хозяин еще думает, а наш уже сел там, руководитель. Вот мы проехали, миссионерская поездка была, вот смотрите, 5 осей у него. Мы, интересно, был я в Вашингтоне, кажется, или в Нью-Йорке проезжали, когда там, говорит, за ось берут, сколько осей.
Значит, настолько и задержка. Ну, найдут, где взять. А какая разница, на велосипеде проедет или машина пройдет? А им-то жить надо. И поднимайте свои палочки. Да? Вон досточку взял, короче. Шампиньона? Все, Марина Михайловна. С внуком здесь. Как-то выезжает. Он поехал, разворачивает. А если ночью дождь, Надя? А? Он говорит, завтра утром отсюда выезжает. По другим местам, по Коршино еще. А тут просто... Ну, напрямую на Барнаул он поедет только... Дождя не было. Ну, про то уже нам не решать. Чего? Завтра обещает солнечная погода. На следующей неделе, на понедельник, заказываем бульдозер, придет опять. Его только снести рядом. Нам надо транспорт заказывать тоже, ехать. Вот он пошел. По полю. И как в деревне хорошо. И место есть развернуться с этой машины. И он знает, что развернется. Вон она какая. 13 метров длиной, сказал. Кузов. 13. Ну и сыт. 2 метра. Видишь, он как уворачивает, чтобы не задеть гараж. Сейчас я подъеду.